буквально три слова. Мы с тобой посмотрели очень много различных видео и много обсуждали различных тематик. Но вопрос, считаешь ли ты, что видео это реальная помощь в продвижении твоего английского, потому что твой английский за последнее время очень продвинулся. Почему я хочу, чтобы ты сказал это на камеру? Мне нужно твое мнение относительно того, как продвигать людям их английский. Глядя на тебя, я бы сказал, что тебе очень сильно видео помогает. Так ли это или нет? По-русски. По-русски? По-русски. Видео на английском, разумеется, помогает. Но смотреть просто одно видео – это недостаточно. Если улучшать английский, то смотреть видео на английском нужно каждый день. О, я, например, ну почти все видео, которые я смотрю, ну, по крайней мере, больше половины, 100% на английском. Вот прекрасный ответ. Ты сказал, я смотрю практически каждый день видео на английском. Я это делаю тоже, но у меня своя тематика, я не буду твою тематику уточнять, она у нас у каждого разная, свою тематику я могу сказать. У меня теннис, моя тематика, что, ну, у меня моя тематика это английский, тоже так же поступаю, как и ты, каждый день смотрю видео на английском. И ты сказал, надо смотреть каждый день, сколько, какое количество времени, чтобы реально улучшить свой английский. Сколько интересно, столько и смотрите. Столько и смотрите. Но каждый выбирает, да? Ну, я смотрю, не знаю, сколько я на YouTube провожу времени в день, но, наверное, около 1,5 часа. Прекрасно, потому что замечательно, вот замечательный разговор, потому что многие спрашивают, насколько хорошо смотреть фильмы на английском. Я говорю, что это не очень хорошая затея, которая не очень хорошо с какой точки зрения, когда ты смотришь американский какой-то фильм, это отход от стандартного языка. Почему? Потому что показывается, ну, условно говоря, бытовая жизнь, и там совершенно другой язык. Это все равно, что мы сейчас выйдем на улицу, и я подойду там с микрофоном и подслушаю, как говорят по-русски подростки на улице, и потом начну кому-то преподавать этот русский язык. Мне тяжело понять, потому что они подростки на подростковом сленге, я не буду дублировать. Не говорю, плохое или хорошее это. И также о видео, также о фильмах, когда мы смотрим фильмы, это отход от реального английского. А видео, вот мы сейчас видео смотрели, да, и до этого с тобой, видео, как правило, это хороший английский. Почему? На самом деле все зависит от того, какое видео вы смотрите, от того, какой фильм вы смотрите. Потому что можно посмотреть фильм с хорошим английским, можно посмотреть видео с плохим английским или наоборот. Поэтому я бы не сказал, что типа фильм это плохой способ получить английский, все зависит от выбора. Ну, понятно, хорошо. Но еще, значит, у меня какая там подборка? Это видео я ставлю на первый план. Второй план это вот для поддержания, для развития слуховых навыков и языковых навыков я ставлю аудиокниги, дальше я ставлю все-таки песни, и дальше я ставлю фильмы, самая низкая категория, ну еще какие способы, я даже не знаю, игры, наверное, какие-то компьютерные. А у тебя какая градация? На первом плане что? Тоже просмотр видео, дальше что идет? И, честно сказать, на первое место я бы поставил игры, потому что именно игры мне дали самый начальный уровень. Отлично. А дальше можно поставить видео, угу. Потом, наверное, все-таки фильмы, потому что они содержательнее, чем песни. Особенно если учесть современные музыкальные тенденции. Ну а потом уже можно и музыку поставить. Ну, опять же, в зависимости от того, что вы слушаете. На самом деле, все можно расставить в разном порядке, потому что можно играть в игру, где нету слов. Можно смотреть, можно слушать музыку, где один и тот же припев повторяется. Можно там смотреть фильмы, играть в игры, где тонны текста и слушать музыку, в которых там 10 куплетов. Все зависит от выбора, поэтому, ну, в принципе, любой способ потребления информации может быть эффективен, если правильно использовать. Но так, в целом, вот я сказал градацию. Прекрасно, замечательно. Вот мы дали советы тем, кто нас слушает, тем, кто нас смотрит. Мы будем продолжать дальше наш урок, но он будет уже на английском, поэтому спасибо большое, что послушали Георгия. Георгия, я благодарю, что он дал свои комментарии. До встречи. Все. И это дальше.